Комфортно, красиво и очень дорого. В Челябинске презентовали элитную мебель. Стоимость многих экспонатов составляет сотни тысяч рублей. Но, как уверяют дизайнеры, именно такие предметы интерьера сейчас популярны в мире. Эту кровать в народе называют «живой». Она реагирует на температуру тела и принимает форму лежащего. А с помощью специального пульта можно поднять матрас на нужную вам высоту. Стартовая цена такого спального ложа – 160 тысяч рублей. Это дорогое удовольствие, это для, конечно, индивидуальных клиентов, то есть с которыми работают дизайнеры, для частного заказчика. Поэтому, ну, я думаю, что там есть выбор по цене, потому что как бы на массы тоже представлены кое-какие коллекции, то есть и человек может выбрать себе соотношение цены и качества. Одни из изысканных законодателей моды – итальянцы – предлагают российскому потребителю позолоченный кафель. Здесь же плитка толщиной всего 5 мм. Специальный состав делает ее очень прочной. А вот швейцарцы уверены, лучше всего дом украсит бриллиантовый блеск. Европейские дизайнеры часто украшают зеркала нитями из кристаллов Сваровски, а также декорируют ими дверные ручки. Одна такая, к примеру, стоит 16 тысяч рублей. Со слов российских специалистов, сейчас в оформлении интерьеров нет чистых стилей. К тому же заказчики все чаще делают выбор в пользу эксклюзивных элементов декора. Современные материалы позволяют именно даже в хай-тек добавить что-то от классики, именно эксклюзивными элементами, мелкими деталями, тканями.